ребята, нам приспичило. Мы пошли на Садовую улицу. Там вроде как есть кофейня, кофекс. Вот, и хотим кофе взять. А это вот еще один вход на Опрашку, кстати. С Апраксиного переулка, или как это? Вот так. Сейчас придем. В который не стоит заходить. Да, в который не стоит заходить с этой стороны, потому что здесь налетают только так и впихивают вам все, что даже вам не надо. В общем, рынок, одним словом. Так. Ага. Так что сейчас идем на Садовую и будем покупать вкусный кофе. Пока я еще не придумал, с каким сиропом я хочу. Надеюсь, что там очень вкусные сиропы есть. Ну, здесь уже центр города, ребят, уже такие оживленные улицы. Здесь очень много народу. Так, налево, да? Так. Ну, здесь народу вообще, ребят, тьма. Это уже в сторону Сенной. Там метро, конечно. Ну да, потому что тут две станции у нас. Метро Сенная и Спасская. Вот. А, третья еще Садовая. И через дорогу сразу переходишь в Садовое. В общем, народу тьма. И погода разгуливается. Да, мне с миндалью, пожалуйста. Миндали с миндалью. С миндалью. Какие тут вкусняшки, слушайте. Вообще. Как раз все то, что мне нельзя. Ребята, вы знаете, я на диете. Поэтому я ничего не беру. Очень вкусные, смотрите. Черный ролл. Обалдеть. Сладости всякие разные. Салатики, кстати, смотрите. В общем, все. Нам делают кофе. Так, все, ребята, сделали мне миндальный кофе. Такой красивый. Закрываем. Ребята, без сахара. Вот так. Красота. Это ли несчастье? Миндальный кофе с трубочкой. Все, бежи в машинку. Ребятки, смотрите, какая у нас красота. Вот такие у нас здания есть. Так, а мы идем уже в Окей. Не в Макдональдс, ребята, в Окей. В Макдональдс мы уже ходили недавно. Вот, один раз себя побаловали. Сейчас я больше не хочу. Питаемся правильно дальше. Так. Ну уже все, ребята, солнце садится, уже вечер. И становится уже на улице более так морозно. Но вот эти дома уже, кстати, мне очень нравятся. Красивые. Так что вот так. Так, ну что, ребята, скоро дачный сезон. Нам надо будет покупать вот такие вот горшочки.
Для того, чтобы выращивать побольше. Ну, это для брокколи, скорее всего, подойдет. Чего? Я же тебе говорю, что я брокколи сажать буду. А что мы вообще будем сажать? Перцы точно. Перцы точно будем сажать. Вот перцы, смотри. Вот перцы. Я баклажаны хотел в этом году еще. Вон наши зеленые перцы. Да, ребята, вот они. Дайте им дозреть, они растут нормально, и они потом становятся желтые, а не зеленые. Так мы будем перцы-то брать? А? Ага. Ну ладно, может они еще появятся, конечно. Не знаю, ребята. В общем, короче, это. Сейчас будем смотреть. Вот эта земля, которую мы в обе брали. Вот это вот. Земля, которую мы в обе брали. Только мы брали большущие, ребята, мешки, помните? Стоит 10 литров 50 рублей. В общем, не знаю. Пока еще рано брать, но, ребята, мы уже прицениваемся, потому что... А это большие мешки, да? Ну, нам надо литров по 50 купить. У нас еще будет, наверное, парник. Да, мы будем строить? Ну, я думаю, да. Ну и все. Нам для старого надо и для нового. Ну, литров 50 пакетиков 5 купить. Ну, да. Перцы точно сажать буду. А баклажаны тут есть? Баклажаны. Баклажаны, ребята, не вижу баклажаны. Капуста есть, кабачки есть, баклажаны нет. Арбузы с дыней точно, ребята, сажать не будем. Вот еще, видите, продаются контейнеры. Вот такие. Ну, мне, кстати, вон, смотрите, один горшочек 6,90 стоит. А еще мне понравились вот эти вот горшочки, ребята. Вот на них скидка сейчас 49 рублей, так они 70. Торфяные, очень удобно в них сажать. Это вон Пушок. Ребята, слушайте. Баклажан Пушок. Прям как это, моего кота Пушок. Нашли мы баклажаны. Вот, Саш, он стоит 32 рубля. Пушок. 32 рубля. А этот стоит 10 рублей. Так, мы уже прочитали. Кстати, его надо вот будет сажать на рассаду в конце февраля. В начале марта в теплую влажную почву, а в конце мая в теплицу. Ну супер, ребята, все, я беру вот этот баклажан обязательно. Так, ребят, ну вот смотрите, здесь тоже вот эти все соковыжималки. Скарлетт за 2,690, вот такая. Потом Витек, который мы хотели тоже здесь есть. Это мы в Окей на Типаново, 3,690. А потом вот такая Поларис и вот такая... Тоже Поларис. И вот она шнековая, ребята. Но я не хочу Редмонд. Я хочу Китфорд. Редмонд я не хочу. Ну, я очень, ребята, хочу шнековую. Надеюсь, что я ее скоро приобрету. Вот такая. Стоит она вот так. Вот, как бы. И все, ребята, вот так вот везде в Океях выбора нету. Вот только вот это. Ребята, вот эту колбаску не берем. Вот эту вот колбаску. Она просроченная. Она воняет затлым. Хоть и дата стоит до 23 февраля, ребята, она просроченная. Мы когда ее открыли, она воняет просто реально тухлятиной. Поэтому не советую. А выглядит она прилично. И поэтому вот такая скидка на нее. Помните, я ее брал и снимал обзор на нее, на эту колбаску. Мне обзоры просто показывал, что купил. И вот эта колбаса оказалась жутко вонючей. То, что уважаемый Окей, уважаемый питпродукт, что вы делаете? Ее есть невозможно просто. Кстати, в Окей есть вот эти хлебцы, только не красные, а желтые. Это 32 рубля, ребята. Еще могу вам посоветовать, а вот красные остались одни, ребята. Одни остались. А еще могу посоветовать вот такие вот доктор Кёрнер.
если вы хотите что-то сладенького съесть. Вот очень классные вот эти вот, с темным шоколадом и с молочным вот рядом. Стоит с темным 88, а с молочным 109. И состав, ребята, смотрите. Состав очень хороший. Темный шоколад, рис, семена кунжута и соль. Все, ребята, больше ничего здесь нету. Так что я, бывает, периодически беру такие с чаем, очень вкусно и не калорийно получается. А возьму-ка я, короче, возьму. Возьму такие. Так, ребята, мне вообще надо что? Мне надо сыр купить, плавленый, не закончился. И закусочку овощную. И все, в принципе, и на выход. Поэтому на сегодня я влог свой заканчиваю. Всем спасибо. Всем всего самого доброго, хорошего, прекрасного. Мы сейчас купим, что надо. И все. И домой. Всем пока.